Дай лопату. Лопату, Вань. Шевель. Штыковой. Вань, пиши, ты его тоже. Без болтала. Чистить их. Все. Переходим сейчас только на это вот. Смотри, что вытворяется. Ваня сейчас. Чисто-чисто надо его отбирать. У нас только на второй мостик. Мы еще будем раза два брать их. Отсюда. Куда я хотел? Домой надо возить. Коробки, что ли? Коробки, это на дрова пойдут. Сразу в русскую печь. Так гореть будет. Давай отсюда уберем. И маленечко начнем тут делать. Маленечко. Не мазутные, смотри, где мразь. Сейчас мы начнем столбы ставить. Как водичка, брат? Хорошо. Пока ты по колено не стоишь. Самые большие столбы надо Надо большие оттуда принести. Выбери там внизу самые большие. Принеси. Но это еще не обработано. Ну а теперь будем колотить. Дядь Рома! Самые большие, потом обмазывать. Пока, будем погружать машину. А промыть? Там промыть надо. Чем занимать? Романя, да. Иди лопату. Возьми, что вон это. А давайте я лучше, Игнать Ильич. Давай. А то все. Сейчас ты будешь мазать одновременно, привозить мазилку. Все, давай. И все эти же скорее поставить, пока не завалило. Давай. Пока забейте.
Я два раза хлопнул, у меня позвоночник же. Операция была, и она зажимает там. Дави сильнее, Вань. Так, дави сильнее. Не, я могу удариться. Загонять еще надо глубже, потому что здесь выбирать землю будет бульдозер. Так, эту поддерживай. Заходи с той стороны. Так, выбирай, я скажу сколько. Раз, два, три, четыре, пять. Всего пять нужно. Пять. На этом у нас конец. Остальные на второй мостик пойдут уже. Четыре, еще одну. Еще бей. Она идет хорошо. Ладно, не пошло. Вторую попробуй. О, так, сейчас иди, мазилку неси. Ваня, подставляй ему. Прямо над этим машь. Никита просто мастер здесь делает, как ладом. Вот, затягивай. Если можешь, сейчас под низ жерди. Ну и с этой стороны вокруг проволоки обмотай, и все. Вокруг проволоки. Лечебная грязь. Ладно. Опа, спустился пониже, чтобы видно было, кто моет. Сдавать. Каждый день сдаем и назад. Вчера дал денег, всего 15 тысяч купить. Но на 60 сантиметров, а что себе делать-то? А цена какая, не говорили? Все такая же. 15? Да, и он приехал мне, звонил, Алеша молодец. Звонил. Я говорю, не надо, зачем? Нам нужно, чтобы 1,60 м углубить, а не 60. Что тут смеяться-то? Иди, поворачивай. Зачем я тебе? Иди, переворачивай. Ваня, видишь, в перчатках. Пошел. Поворачивай. Как ты его обмоешь-то? Помажешь и сразу его в ямку. Поворачивай, поворачивай. Так, теперь вот эти, которые мы прошли, там как-то проходи, все макушки эти обрезанные, это просмоли. Ага. Так, хватит, нет? Хватит, хватит. Давай, да, нет, нет, это дальше смоли, там 20 сантиметров оставь только. Потому что забивать же будете. Так она обрежется еще. Ну, обрежемся, да. Ну, все, ставь. Ваня, поднимай ее. Вон туда в крайний неси, воткни, к себе не прижимай. Ваня, помощник. Все, скорее другую бери. Всегда быстро все делай. Красиво и интересно. Тебе самому будет интересно. Видишь как. Вот так. Как сколько разнообразия в деревне работы. Вот приехал здесь со своей машиной. В городской-то машине разве такой инструмент будут возить? Ну, грибы пособирали. Вот кто строится сам, дачу строит, это уже хватит горя. О. Пусть сохнет. Тут никто не тронет. Вот обработка, отработка. Здесь инструмент необходимый. Сразу сам смотри. Поднимай. Еще кто-то едет? Ну, кто-то что-то, да. Кричит кто-то. Кто-то кричит где-то. Кричит?
Холодно, батюшка. Ну а кто кричит? Кажется, батюшка. Батюшка хотел приехать сюда. Ну так он что, забыл, заблудился где? Ну-ка. Он с собакой. Он с собакой команды. Давай, а давай, давай. Команды. Не, на велосипеде, да. Батюшка с собакой. Собака тут, я не знаю, она нужна ли будет нам. Как бы она не упала. Сейчас вот эти макушки, которые я срезал, все их посмолить. И они срезаны, вода будет стекать. Так, вот те куда дрова? А? Те дрова куда? Пускай пока там будет. Ну, или пока там надо выбросить, все равно выбросить вон туда, знаете, за пределы. За пределы этой ограды. А потом, когда он все сделает, оттуда можно будет выбрать их. Вон туда, к тем столбам. Недалеко. Что-то Роман работник, он сразу спрашивает, что делать. Не надо заставлять. Батюшка едет. Вон батюшка. Вон батюшка. Собака. Я его не найду, где он. Вот он. Все время проверяет и благословляет. Вот священник. Собака сейчас. Володя, смотри, что это не опрокинула у тебя она. Веревка заденет. Поймать ее. Поймать, держи. Рена, отойди. Отойди. Давай. Иди сюда. Пошла. Пошла шалкать. Она уток ловить будет сейчас. Бобра поймай, весь твой будет, со шкурой вместе. Ну, рано найдет бобра. Все, что-то нашла. Задавила, наверное, его. Морда-то какая. Ну что, батюшка, смотри, что делаем-то. Гляди, посчитай. Что? Ты погляди, вот смысл теперь будет понятен уже. Примерно штук 120. 146 вчера только поставили. И сегодня сколько у нас тут? Сегодня раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 146, ну получается 152 будет здесь. Все. Остальные у нас идут на второй мостик. Вот сейчас только за проволоку затягивает, между собой проволока, видишь, стягивает как. А эти я оставил столбы, я на них прибью жердь весной, чтобы переходить можно было. И держаться перила. А потом перила красным покрасим, чтобы можно фотографировать все было. Красным, голубым и белым. О, о, батюшка, тут Путин-то, ну, сон-то исполнится, Путина-то сюда же во сне занесло к нам. Вот надо было перед тем, как ему... Отвечал на вопрос, задать вопрос, почему у нас нет. Может быть, и уже сделали бы. Да, ну... Где все... там кто задал, уже, говорит, дороги там сделали, и квартиру дали. Ну, а какая награда тогда будет? А здесь своими руками. Зачем? Нам не это надо, чтобы он побыл здесь, отдохнул. Просить я у него ничего не буду. Только одно, чтобы то, что он не выполнит никогда, убрать эти лежащие полицейские отовсюду. Они меня поперек встали, всю дорогу ездил. За городом километра два, ночью никого нету, и машину подбрасывает, рессоры, все летит. Ну ладно. Вот это отпилили, это у нас сваи забиты. Батюшка, все, сегодня пилили. Вот видишь? А вы, если бы стали президентом, какой первый указ выдали? То я? Да я бы никогда не стал. Не, ну если бы. Да если бы, не. А что не стал бы? Какой, говорит, первый бы указ выдал я бы, если бы был президентом? Я первый указ только против лежащих полицейских. Я их не хочу. Сколько вреда. Учеников в школе нету. Круглые сутки прыгает. Выходные два. Прыгает и прыгает, тормозят. Зачем? Что они увидят, как обезьяны, то и перетягивают. Ну там, где действительно больница, постоянный переход, там может быть по-другому сделать. Полицейские хотят убрать. И кто их делал, найти и арестовать. О как. Чтобы они знали, чтобы заплатили за эту дорогу, сколько перепортили. А что спорить-то, я президент? Нельзя! Перчатки смоленные, нельзя кто-то. Она лезет. Мы где-то там прицепи ее там за последний столб.
все. Газонокосилки запретить, да? Вот как короткий. Второй указ запретить газонокосилки. Нет, не могу уже. Нет. Одного приказа хватит. Иначе меня сместит там какой-нибудь Жириновский. Повода не быть недовольным, народу не надо давать. Но да. Полицейских убрать. Все это объяснить, сколько вреда, сколько горючего пережили, сколько людей там. А аварий нисколько не меньше. О, собака ученая. Язык у ней замечательный. Как вот я, легенда там такая же. Собачки. Все, Никита. Если тебе не трудно, начни с этой стороны. Мне нужна эта сторона. А потом туда перейдешь. Только это, натягивать тебе кто-то должен помочь. Очень сильно надо натянуть. Сильно-сильно натягивай. Первый, который круг, уже натянуть надо. Смотри, как идет, давай. Это вот сегодня мы кучу вот это вот перенесли отсюда, она была здесь навалена. Вот эту вот кучу сегодня мы перенесли. Все мышцы болят почти. А как вот те забивали? Скажи. Стоят они уже 100 лет. Что он хочет? Он спрашивает, как вот эти столбы устанавливали. Как копали, все, лиственницы, зимой пилили их. А, года так... 3 держали в этом, в звездке, яма с звездкой. Вот и, почему они не сгнили. Вот почему она стоит уже лет 150, не меньше. Это был деревянный мост, посюда ходили. Да? Ходили, но... На лошадях ездили, машины. А под ним там ласточки жили. Вот здесь со всей силой натягивай. И когда натянешь, тогда перемотни. Перемотни за какой столб там, за что, за этот. Где-то поправьте, чтобы он напрямую был. Ноги все в лечебной грязи. Все. Здоровее будет. Через эту перехватывай. Потом еще раз туда, за другой столб и под низ. О, за этот столб, за этот бери и под низ подведи под эту. Никита, ты меня не слышишь. Ну. Я говорю, за этот, а ты дальше волокешь. Теперь под жердь возьми. Знаете, Иванович? О, батюшка вложил своих. Зови сейчас. Вот теперь натягивай ее. Все. Чтобы она захватила без колышки. Колышка делается. Тебе, батюшка, вредно это, ладно. Тебе зачтется это на том свете. Отпилить, вон он, Роман. Скажи ему отпилить. Где-то отпиливает, где-то не отпиливает. Мы сейчас сразу начнем этот край забучивать. Что, отпилить? Да вон одну это. Может быть и не надо, но просят батюшка, сделай уважение ему. А при чем здесь? Я его бить-то кувалдой-то по острому. Это большие, толкай туда землю. И сразу ее это, где нас толкушка-то? Натягивай как следует. Сейчас мы начнем забучивать маленько. Алешка вчера был, у них что-то там не ладится, ремонтируют, в среду могут привезти. 21 тысяча за привоз. Я им не отдам 22 одну, а половина. Когда всю работу сделаете, тогда заплачу. А что буду платить? Она сломается, угонят технику, ничего и нету. А если этот потребуется в Корчино, то на обратный-то ход это меньше будет. Уйди-ка это. А ты помнишь, дедушка, отец рассказывал, у них дед был один. Дед один, говорит, старый был, говорит, дрова колем, а он да. А что? Он говорит, помогаю. И эту отпили рядом тоже. Повыше, на этом уровне. Не повыше, повыше. Все,
понял, ладно тогда. Мы сегодня перетаскали сколько камней этого. А большие... Барабаш, две щуки поймал. Вот смотри, вот сейчас будем забочивать, добавляя сено туда. А потом камень, камнем выложить все пространство, чтобы вода текла по камню. Глушков интересовался, надолго ли это хватит. Вот так. В этом месте...